Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Джон Китс, поэт младшего поколения английских романтиков. Величайшие произведения Китса были написаны, когда ему было 23 года. Последний год жизни практически отошел от литературной деятельности. В 25 лет Китса не стало. В викторианскую эпоху Китс стал одним из самых популярных и хрестоматийных поэтов Великобритании. Особенно восхищались им прерафаэлиты. Я цитирую Википедию. Родился в семье содержателя платной конюшни. Отец Китса погиб в результате несчастного случая. Мать вступила в новый брак с Уильямом Роллингсом. Этот брак оказался неудачным. Дети поселились у родителей матери в районе Лондона. В августе 1803 года Джон поступил учиться в частную закрытую школу преподобного Джона Кларка. А уже в марте 1810 от туберкулеза умерла мать Китса. И в июле опекунами осиротевших детей были назначены Джон Науленд, Сэндл и Ричард Эбби. Это произошло тогда, когда Китсу было 15 лет. Он был отправлен в Лондон для изучения медицины, но не мог позволить себе получить университетское образование и даже не имел возможности заниматься классическими языками. Проникновение духом эллинизма пришло в поэзию Китса интуитивно, так как он мог читать греческих поэтов только в переводе. Вскоре Китс оставил занятия медициной и сосредоточился на литературе. Увлекался творчеством Спенсера и Гомера, стал одним из членов небольшого кружка, в который входили критик Ли Хан. Стесненные денежные обстоятельства сделали жизнь Китса в этот период крайне трудной. Он от природы был человек болезненный, его организм был ослаблен под давлением нужды. Много душевных страданий причинила ему его любовь к Фанни Брон, с которой они были помолвлены, но так и не смогли пожениться из-за затрудненного материального положения. В 1817-м Китс издал первую книжку лирических стихов, а в 1818-м большую поэму «Эндимион». Журнальная критика с непонятным озлоблением напала на дебютирующего поэта, обвиняя его в бездарности, аффектации и отсылая его в аптекарскую лавочку готовить пластыри. Так написано в Википедии. Существовало долгое время мнение, что жизнь поэта угасла от журнальной статьи. Нравственные переживания, среди которых нападки критики сыграли главную роль, ускорили развитие чахотки, которой страдали в его семье. Китса отправили на зиму в Южный Уэльс, где он ненадолго поправился, много писал, но болезнь скоро возобновилась прежней силой, и он стал медленно угасать. Он осознавал это, отражал в своих одах и лирических стихотворениях меланхоличное настроение уходящей молодости и таинственную торжественность перехода от жизни к смерти. В 1820-м уехал в сопровождении своего друга, художника Саверена, в Италии, где ему суждено было провести последние месяцы своей жизни. Незадолго до смерти поэта вышла третья книга его стихов, которая содержала наиболее зрелые его произведения «Гиперион», «Изабелла», «Канон святой Агнесы», «Ламия», ну и так далее. Она была очень тепло принята читателями, однако Китсу уже не суждено было об этом узнать. Он скончался 23 февраля 1821 года на 25-м году жизни. Похоронен на римском протестантском кладбище. На могильном камне вырезана написанная им самим эпитафия. Здесь покоится поэт, чье имя было начертано на воде. Ну, вот так вот немножко вкратце о поэте младшего поколения английских романтиков Джонни Китсе, которым очень восхищались прерафаэлиты. А теперь я хотел бы немножко почитать его стихи. Налейте чашу мне до края, которой душу доверяя, я мог бы позабыть в помине, как женщин хочется мужчине. Мои мечты в ином полете, пускай вино не будет плоти, но пить хочу, как пьют из леты, и всюду находить приметы невидимого идеала тем сердцем, что перестрадало. Мне взором хочется пытливым, быть вечно в поиске счастливым, но мне все видится иное, лицо мне видится земное, и грудь, что говорит поэту, иного рая в мире нету. Гляжу вокруг, себя устала, где влечь ко многому не стало, и чтение классиков немало не вдохновляет, как бывало. Ах, улыбнись, она мне мила, все беды как волною смыла, и ощутив бы облегчение, познал я радость огорчения. Так средь лапланцев благодарна, тосканец вспоминает Арна, так в этой памяти влюбленной пылать ей солнечной короной. Перевод Фельдман. Следующее. В лазурь голубка белая взлетела, зенит восторг в серебряных крылах,
Так с крыльев отряхнула дольний прах твоя душа, покинувшая тело. Она достигла светлого предела, где, позабыв навеки скорбь и страх, избранники в сияющих венцах предались горней радости всецело. Теперь и ты, блаженно снедешь мир, и всемогущего почтив хвалою, быть может, рассечешь крылом эфир. Гонец небесный с вестью благою ничто не омрачит ваш вечный пир. Зачем же неразлучным мы с тобою? Зачем же неразлучным мы с тобой? Перевод Микушевича. Следующее творение называется «К неким молодым леди». Что пользы разгадывать тайны природы, когда сбитый с толку теряю ваш след, когда неподвластны стихи с ума сброды, где некогда Цинтию славил поэт. Но все же, скитаясь по горным отрогам, я в сердце лелею беседы часы. Так свет в хрустале преломляется строгом, дробясь в щедрых каплях цветочной росы. Что медлите так, в лабиринте блуждая, что смолкли свое восхищение тая, манит вас мерцание лунного края, или внемлете трели ночной соловья. Вот утро в цветах пробуждается сонных, вдоль берега моря вы держите путь. Дар скрытый до срока в глубинах бездонных решила пучина морская вернуть. Вручи мне, серебряно-крылый посланник, волшебную гему небесной резьбы, или слушал бы я, недостойный избранник, честь тай, переливчатый голос судьбы. Душа не была бы очарована более, чем щедрым подарком любезных подруг той раковины в золотом ореоле, что море на берег вам вынесло вдруг. С подобным блаженством что сможет сравниться? Счастлив, кто изведал восторженный миг, мгновение, которое длится и длится, и души беседу ведут напрямик. Перевод Кольцовой. И в заключение стихотворение она называется «Кэмми». О, вслушайся, флора вздохнула глубоко, и роза открыла прелестное око. Дыхание вечернего листа аромат, в наряде лучистом блистает закат. Давай устремимся к укромным полянам, тенистые чаще, где сумраки пьяным, от пения феи чуткий воздух дрожит, и сильф над закатным сиянием кружит. Когда ж тебя одолеет истома, на ложе и страф отнесу невесомо, присяду в изножье, любовью дыша. В нежнейших словах и зальется душа. Столь тих будет шепот, что ненароком поддашься зефира игривым урокам. В объятиях моих очнешься от грез, внимая тем клятвам, что я произнес. Зачем упускать все блаженство мгновения, подобно глупцам, что бегут наслаждение? Даруй мне улыбку и легкой рукой смятенное сердце мое успокой. Перевод Кольцовой. Ну вот, пожалуй, и все. Заканчиваем. Сегодня мы узнали немного о поэте Джонни Китсе, поэте младшего поколения английских романтиков. Все, всем пока, всем привет, до свидания.